Сергей, добрый вечер. Что обсуждаете сегодня? Зарина, добрый вечер. Зоозащитники возмущены новыми предложениями депутатов об обязательной эвтаназии бродячих животных. Мажилисмены сейчас рассматривают поправки в закон об ответственном обращении с животными, где и намерены узаконить негуманный подход к регулированию популяции братьев наших меньших. Активисты с таким подходом категорически не согласны и называют это неправомерным шагом. Так чем оправдано такое предложение и действительно ли оно необходимо? Попробуем разобраться. Меня зовут Сергей Гергель, в прямом эфире ток-шоу «Итоги», и мы начинаем. Что делать с бродячими животными и почему они остаются на улице? Это проблема, скорее, уже социального характера. Зоозащитники категорически против умерщвления и готовы выйти практически на баррикады. Но есть и те, кто пострадал от агрессивных собак, и чаще всего это происходит с детьми. А теперь представьте, если вы сами или еще хуже, ваш ребенок пострадали от встречи с бродячими животными и получили увечья, то их мнение будет однозначным – отлов, отстрел и эвтаназия. И эту сторону вполне можно понять. Так какие меры, в том числе государственные, нужно принять, чтобы новый закон не стал инструментом массового убийства бродячих и потерявшихся животных? В то же время, что нужно сделать для проявления гуманного отношения к животным, что предлагают зоозащитники? Почему в других странах, например, в Турции, такой проблемы практически не существует, а у нас она требует решения на государственном уровне, причем в срочном порядке? В свое время даже президент Казахстана отметил, что, цитирую, «отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства». А у нас с этим далеко не все в порядке. Эти вопросы мы обсудим сегодня вместе с экспертами. Присоединяйтесь к нашей дискуссии и вы, уважаемые телезрители, сделайте это просто, написав нам на WhatsApp или же дозвонившись к нам в прямой эфир. Номера телефонов сейчас вы видите у себя на экране. Также можете принять участие в нашем голосовании. Отсканируйте QR-код и пройдите по ссылке. Результаты я оглашу в конце выпуска. Ну а сейчас я представляю наших гостей. Сегодня у нас в студии Тимерлан Акимжанов, руководитель отдела отлова безнадзорных собак и кошек Астана ветсервис Акимата города Астаны. Мария Гребенкина, руководитель фонда «Стоп отлов». Лилия Сарсенова, руководитель ассоциации по защите животных «Инукоба». И Оскар Жапаров, медиа-аналитик, общественный деятель. Вам всем добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. Ну и вот сразу первый вопрос. Почему все-таки вот не сработала та программа, которая у нас сейчас уже одобрена на законодательном уровне? Как вы считаете? Ну, давайте сразу определимся. Есть очень неверный, но устоявшийся стереотип. Вот в частности, это конкретно название бродячей собаки. И везде это муссируется. Есть легенда, в которую все верят, что якобы это бродячие собаки, которых бросили хозяева. На самом деле это ложь. Надо честно говорить, и депутаты это тоже не могут себе позволить смелости сказать. Это абсолютно дикие животные, которые живут на территории, где живет человек. То есть основная масса из них хорошо плодится, люди их подкармливают, ничто им не мешает в городе, есть огромное количество всяких подвалов, теплых мест, они прекрасно размножаются, и это не бродячие животные, это большое заблуждение. Вы не верите в такое совпадение? Да. Обстоятельств, когда человек, живя в частном доме, его приезжают, сносят, переселяют в многоэтажный квартирный дом, и у него есть какая-то большая, например, собачка. Представляете, он никуда не собирается. Нет, подождите, просто откуда берутся? Например, я не говорю, что я настаиваю, что именно вот из мамы не берутся. Понятно, да. Но откуда мама взялась? Вот. То есть этот же человек берет и отпускает просто-напросто. Он в квартиру не собирается перевозить дворовую собаку. Таких очень мало. Уже давно ничего не сносят, и дач давно нету. Они сами прекрасно размножаются. Давайте честно скажем, это не бродячие собаки. Как о чем? Есть куча. Хорошо, бродячие, это вот, вы говорите, что это не описывает тех собак, что это не бродячие, это абсолютно... Это именно дикие собаки, которые сосуществуют на территории с человеком, да. Это абсолютно ложное утверждение, что это все бродячие собаки. Это дикие животные, для которых мы являемся в том числе и пищей. А можно я вмешаюсь? А почему за 30 лет их не истребили? Мария, можно одну минуточку? Дело в том, что давайте так, вот я сама юрист по образованию. Вначале нужно договориться о понятиях, да, и потом у нас уже не будет никаких споров. Дело в том, что, значит, закон об ответственном обращении с животными, разработчиков которых я являюсь в том числе, среди многих, значит, у нас есть понятие безнадзорные животные, то есть это все животные, которые...
находились по какой-либо причине без надзора со стороны там, владельца или ответственного лица этого животного. И бродячие животные – это владельцы, которого вообще не установлен, то есть у него владельца нет. Но это полное, вычисляется по статье 246 Гражданского кодекса в течение 2 месяцев. Если никто не права свои не подал, не заявил на это животное, которое находится в отлове, то, тогда оно считается бродячим. Дикие животные у нас по закону о воспроизводстве животного мира являются животными, которые должны жить только в условиях свободной воли. Это дикие животные типа лиса, волк и так далее, медведь. Угу. Если мы сейчас будем... При всем при этом Астана полная безнадзорная, бродячих зайцев. Я понимаю, просто вы говорите об одном, но называйте другими. Ваши определения, они абсолютно лживы, честно вам скажу. Хорошо. Если бы собак, это были бы дикие животные, их за 30 лет бы уничтожили уже. Что у нас правительство расписывается в собственной беспомощности? За 30 лет не смогли уничтожить всех животных в стране? Да дело не в этом. У нас сайгаков успели до почти вымирания довести, а собак не смогли. Сейчас уйдем в другую тему. И немножко, скажем так, ослабило давление. Собакам плевать, они дикие, они размножаются, и всегда есть кому кормить. Вот. И они представляют серьезную опасность. Если есть кому кормить, значит, они уже не дикие априори. Почему? Покормите волка. Ну, попробуйте. Сергей, есть понятие регулирования численности бродячих животных и есть понятие регулирования численности диких животных. Живущая в городе, минуточку. Это не бродячие Можно животные. Не перебивать? Ладно, хорошо. Да? Давайте мы с формулировками уже не будем упираться. Там бродячие или она все-таки дикие. Проблема есть. Проблему нужно решать. Каким образом? То есть либо у нас вот как депутаты радикальным методом, либо же каким-то гуманным, как весь цивилизованный мир это делает. Я тогда уже как один из разработчиков и человек, который очень хорошо знает и законы, и вносимые поправки, я сразу поясню. Дело в том, что прикрываясь под предлогом защиты там, детей, людей от нападений и агрессии животных, то есть вы не верите в такое, что они нападают на людей? Верим. Просто дело в том, что предлагается... Одно, то, что уже есть в действующем законодательстве. В законодательстве предусмотрено усыпление животных по агрессии, по болезням, по бешенству и так насколько далее. Насколько я знаю, там есть просто сноска. Никакой сноски нет. Если законодательно пока еще не закреплено. Неправда. Есть. У нас очень много прекращенных уголовных дел, где убивали собак, там, где было, вот, допустим, нападение, или хотя бы там, это можно поднять статистику. Потому что именно я, как юрист, я занимаюсь жестоким обращением с животными, то есть вот этими делами. Очень то есть правильно знаю. Я понимаю вас, что вот эта сама проблема просто очень сильно раскручена? Очень сильно раскручена, да. То есть она не стоит, как по вашему мнению, выеденного яйца, но тем не менее кто-то вот постоянно ее педалирует. Рациональное зерно. Просто собаки очень сильно размножились, их огромное количество, их никто не отстреливает, и они опасны для общества. То, что говорит Оскар, он говорит, отчасти правильно, что размножились животные, да. Но это почему? Потому что закон саботировался, потому что никто не стерилизовал животных, численность не регулировалась гуманными методами. Вообще она практически регулировалась только отстрелом. Отстрел мы делали диаграмму. Отстрел с 22-го, по-моему, насколько я знаю, что он запрещен у нас. Отстрел был запрещен, но все равно это делается по всей республике, исключая только несколько областей. Уральск вот делал ОСВВ, то есть отпускал на волю после стерилизации, вакцинации в течение 4 лет. При этом по Уральску нет ни одной статьи, чтобы там были нападения. А нападение кричит в основном Актюбинская область. И мы посмотрели динамику укусов нападений. У них наоборот идет тенденция к снижению. Они только громче об этом говорили. Почему? Потому что и лоббируется конкретное усыпление здоровых животных. Давайте у Тимирлана спросим, как вообще проводится работа. То есть... У нас вот механизм работает, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Все верно, но у нас не поддерживают данную схему, так как у нас отстроили питомник, и всех отловленных животных мы содержим за счет волонтеров там, получается. То есть на общественных началах? Да, то есть на общественных. Для разведения. Не приют, а именно питомник. Ну а стерилизуете? Нет, да, конечно, ежегодно... государство выделяет средства для стерилизации, кастрации бродячих и безнадзорных животных.
Вот здесь можно я скажу, как зоозащитник с 10-летним стажем, который работает непосредственно с бездомными животными в приюте и так далее. Вы знаете, вы говорите, вот закон не работает, собаки размножились. Я вам хочу сказать, что вот эти все поправки в закон, которые пытаются пропихнуть, они по факту открывают ящик Пандоры для коррупции. У нас очень коррумпированная вот эта сфера отлова, вообще ветеринарная служба, это очень коррумпированная сфера. Посмотрите, я проводила анализ в 22-м году, да, я собирала информацию. Случаи. Доказанных. Не знаю. Я собирала информацию. В Туркестанской области в 21-м году якобы уничтожили 64 тысячи животных. По факту закупили дротиков и ядов на 13 тысяч голов. На вопрос, чем умерщвляли оставшуюся 51 тысячу, ответить не смогли. То есть область сидит, выделяют им деньги на 64 тысячи, они 13 тысяч освоили, остальное... А где? Думаете, большой вопрос. Когда приняли закон, эти цифры снизились в тысячи раз. Смотрите. А то есть, вы думаете, менее коррупционная схема, когда у нас действует, например... Конечно. Собака живая, можно прийти проверить, а действительно ли вы они знаете, ее отловили? Вы знаете, сколько на корме можно списать? Как ее можно списать? Она содержится, ее нужно прийти, посмотреть, на месте ли она. Но вы иногда видели, какие там собаки-то? Какие собаки? Они заходишь, бывает, жалко этих собак. Деньги, лучше их, правда? Правильно. Вот мы взяли в доверительное управление, к нам заходишь, не жалко собак. Сколько мы содержим собак нормально, живет? Адекватно. Тысячи? Тысячи. Да. Зачем они вам? Объясните. Причем это не ваше, это уже бизнес. Это не должно когда вас волновать. Одну собаку, мы этим занимаемся. Это удовлетворение. Я вам еще раз говорю, все вот эти поправки, собак, это бизнес. Пытаются вернуть вот ту нет, схему. Хорошо. Смотрите, если у нас заработает вот этот, вот этот механизм, то есть отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Да. То есть что мы в итоге получим? Мы получим... То есть регулируемую популяцию, да. Так? Да. Сейчас то поправки, есть... которые вносят, они снимают ответственность владельцев. Можно то есть владельцам позволяют бесконтрольно плодить и сдавать в отловы. А мы будем бесконечно решать этот вопрос. То есть, видите, опять-таки, животные – это деньги. Схема, чем больше животных, тем больше денег. Владелец, она сейчас хотят сделать буквально решение. Вот это. Можно большинство я отвечу на этот дикие, вопрос? Я можно отвечу на этот вопрос? Дело в том, что вот какие дикие? Отлов... Я работаю в отлове, мне привозят домашних тысячи. Мария, можно минуточку? Не верю я вам. Есть, зачем мне не верить? Вы вон сможете отлова, поверьте. Есть научные значит, труды, их озвучила вот как раз на совещаниях в Институте парламентаризма Перфирьева, это значит ученый, биолог, которая приводит конкретные цифры и факты в доказательство того, что действительно самым эффективным методом является стерилизация бездомных животных, вакцинация от бешенства, потому что это система контроля бешенства государства, и, значит, выпуск на волю, потому что таким образом не переполняется приюты. В приютах остаются либо больные какие-то животные, ослабленные, и те, которые не могут жить на улицах. С улиц могут подбирать, конечно, люди, которым жалко. Дело в том, что вот тут очень много всего прозвучало, на все хочется как-то прокомментировать, но законодательство, действующее сейчас от закон об ответственном обращении с животным от, значит, 21 года, 30 декабря, он допускает каждому региону, области выбирать свой, значит, свой метод регулирования численности. То есть кто-то ОСВВ, например, выберет, как Уральск, а кто-то будет содержать в приютах, как Астана, например, выбрала. Вот. Например, сегодня, на сегодняшний день аким Астаны, он уже согласен выпускать кошек на волю, например, после стерилизации и вакцинации. Вот. Ну, о собаках речь не идет, так как они действительно могут нападать или там что-то, какие-то. То есть даже есть. После стерилизации собака потенциально опасна? Конечно. Все верно. То есть здесь не являются какие-то гормональные всплески? Там, да? Дело не в этом. Дело в том, что какое-то количество животных обязательно на улице должно быть, потому что они защищают от миграции других животных, в том числе и диких. Не те, которые вот Оскар имеет в виду, диких собак, а диких, как волков, лисиц и так далее. Диких, собак? Диких собак у нас нет, как в Австралии собак динго. И нет собак. 12 лет. Животные. Давайте я мы сейчас опять животных, формулировку. Да. Я просто хочу, чтобы мы навсегда ушли от этого лживого понятия, как бродячие животные. Ну, вы от этого можете уйти, мы от этого уйти не можем. Это законодательно. Если уж давайте методологию ударяться, тогда смотрите, дикие животные не живут с людьми, они на почему? То и дикие. Очень много, в Астане живут куча животных. Это ну уже одомашненные. Нет, да. Почему? У нас и соколы здесь живут, и зайцы, и лисы бегают, пожалуйста. Да, к сожалению, у нас как бы лимит передачи не такой большой, чтобы нормально я могла вам весь просто ракурс. Я хочу еще раз, да, чтобы общество поняло.
понятие бродячие животные — это абсолютно лживое понятие, которое мы должны исключить полностью. А я хотела бы, чтобы общество поняло. Ни один нормальный человек не хочет убивать животных. Вы неправильно поставили вопрос. Люди хотят, чтобы на улицах не было бродячих животных. Да. И этот вопрос можно решить за несколько лет. Правительство наше не беспомощный ребенок. Если бы захотели, решили бы за несколько лет этот вопрос. Точка. Просто некоторые люди не хотят, чтобы он решился. Они хотят его решать годами, потому что это миллиарды из бюджета. Дело в том, что сейчас на сегодня. Миллиарды из бюджета, никто не хочет прекращать этот поток этих денег. Чем больше животных, тем больше можно денег с бюджета запрашивать и осваивать так, что не проверишь, куда делись, понимаете? Это коррупция. Это коррупция, это деньги на страхе людей. Вы запугиваете людей, чтобы они жаловались, и вам выделяли деньги на убийство, понимаете? Вот, наверное, денег выделить... Сейчас, секундочку. Мне кажется, что вот Оскар сейчас говорит более правильные вещи о том, что дешевле умерщвить. Нет, не дешевле. Почему дешевле? Потому что поток животных будет огромный. Мария, можно я огромный поток будет животных. Без эмоций. Ну да, мы за несколько лет решим проблему, и все. Вот, ну как вот Оскар говорит. И не будет бродячих. Нет, вы не решите проблему, потому что где-то дома под присмотром хозяина сидит жучка, и она будет 10-12 лет рожать, и 10-12 лет их будут усыплять, пока она там не помрет от старости. Вы собираете деньги по форум, да? А зачем вы на ноутбуке собираете деньги? А можно прекратить, пожалуйста? Ну тогда ваша логика тоже не выдержит никакой критики. Почему? Мы приходим, стерилизуем эту жучку. Ну да, и что? И все, и мы не, нам ну, не нужно же, усыплять 50 ее щенков. Та же жучка, которая живет у человека, да. 12 нарожала, они точно так же отпустили. В чем тогда разница? Нет, мы ее стерилизуем, и она не рожает нам 50 щенков, которых за счет бюджета придется усыплять. Содержать 15 дней, усыплять не придется. Скажите. Потому что мы стерилизовали эту жучку. Мне кажется, но если она, у меня эта жучка живет, как вы мне стерилизовали-то ее? Так вот в ту сторону и нужно работать. Нужно делать обязательную стерилизацию. Дело не в этом. Дело в том, что сказал Оскар, вот, к сожалению, как бы мы ушли вообще вот в какую-то полемику. Нет, дело в том, что мы должны освободить общество от лжи. Да, дайте, пожалуйста, сказать. Да. Я не могу, когда кто-то еще создает конкуренцию. Я же молчу, когда вы говорите. В общем, смотрите, до вообще того, как разработать закон непосредственно основной в 2021 году, мы делали очень колоссальное исследование, в том числе, значит, и законодательство изучали, в том числе и статистику и так далее. Иначе закон бы и вообще не был принят. Но вы это собаки, которые нападают на ребенка, не можете же объяснить, правильно, что вот мы там готовим законодательство. Дело в том, что все многие десятилетия назад отстрел был единственной мерой регулирования численности. И мы прямо в диаграммах показали, что проблема не решалась, бюджет затребовало все больше и больше с каждым годом, собак становилось все больше и больше. Но это, видимо, из-за неэффективного контроля? Что если 13 тысяч вакцин, препаратов закупили, а усыпили на этих 13 тысяч? В том числе, потому что, естественно, приписки были. И приписки делать всегда очень удобно, когда идет именно умерщвление. Никто не будет стоять, никто не будет считать. Когда говорят о коррупционных схемах, я не вижу разницы. Что там будет коррупционная схема, что тут будет коррупционная схема. Извините, если мы собачку содержим, она содержится живая, ее можно прийти. Питомник тоже будут деньги постоянно выделяться, кто-то будет постоянно от этого деньги. Дело в том, что сейчас Мария содержит сейчас чипированных животных. Вот, например, вы придете в отлов, вы можете отсканировать и прочитать чип. И посмотреть, например, в базе данных, кому эта собака принадлежала, вернуть эту собаку. Если она, значит, никому не принадлежит, значит, она подлежит вакцинации, стерилизации. В базе данных все это отражается, каждый шаг, что когда было сделано. Опять возвращаясь, что если у нас закон будет работать о чипировании нормально, то есть что каждый ответственный гражданин чипирует свое животное. Вот смотрите, Сергей, дело в том, что чипирование работает нормально, когда его исполняют. Но дело в том, что сами акиматы не заинтересованы в этом. Например, у нас было... У акиматов нет инструмента, чтобы прийти ко мне домой и проверить, чипировано у меня животное или нет. Минуточку. Я не пущу просто-напросто. Это моя частная собственность. А можно договорить? То, что я хотела. У нас было, значит, дело по собачьему мясу. Я непосредственно вела это дело. Значит, да. Отловщик Акмолинской области продавал собачье мясо. Только у его дома было, значит, изъято 757 килограмм собачьего мяса. Насколько я знаю, это были домашние, это не бродячие животные. То есть. Он бродячие. Отстреливал этих животных дротиками и, значит, поставлял их в различные кафе и так далее. И дело в том, что это было, да, в феврале 23-го года, получается, да. Да, его приговорили, к сожалению, там срок очень маленький, срок пересчитали на деньги, получилось 500 тысяч. А как тех бизнесменов наказали или нет, которые покупали это мясо? Никого пока не наказали, и вообще, честно говоря, за отсутствием экспертизы и все такое прочее, эти дела, где были обнаружены собачье мясо, так и не были присоединены к делу.
Ну, давайте вот взглянем на мировой опыт, на примере Турции. Наверняка многие из нас, из вас даже бывали там и сами видели их отношение к животным. В каждом городе просто на улицах стоят домики для кошек и кормушки для собак. То есть это страна, где о бездомных животных заботятся на государственном уровне. Мы попросили нашего собственного корреспондента в Турции показать, как это происходит. Давайте посмотрим. Турцию часто называют раем для животных. Приезжих поражает обилие кормушек на улицах городов. Бродячие собаки и кошки выглядят упитанными и ухоженными. Также существуют специальные волонтерские службы, следящие за тем, чтобы в кормушках не заканчивались сухой корм и вода. Кроме того, как частные лица, так и муниципалитеты организуют приюты. Здесь обитают 600 собак, около сотни кошек, ослы и две овцы. Большинство из них привезены из других регионов. В основном это животные, спасенные во время лесных пожаров и наводнений. Здесь мы их лечим и по возможности находим им опекунов. Кроме этого, у нас есть покалеченные животные, требующие специального ухода. В среднем на одного пса в месяц уходит 10 тысяч тенге. Все средства поступают от благотворительной деятельности. Последние несколько десятилетий забота к братьям нашим меньшим стала частью местной культуры. В холодное время года уличных собак и кошек пускают погреться в магазины и отели. Занимаюсь волонтерской деятельностью по защите животных уже 14 лет. 4 года назад создали сообщество и построили приют для 1000 животных. К сожалению, его уничтожил сель, и мы снова начали строительство. Ежедневно кормим 2600 собак. Большинство из них вакцинируют за счет муниципалитета, остальных за счет пожертвований граждан. И в государственных, и в частных приютах все животные стерилизуются. В 2004 году в Турции ввели закон, защищающий животных. Он запрещает убивать бродячих и бросать домашних животных. А в 2021 году был принят новый закон, по которому преступления против животных и людей будут рассматриваться одинаково. Под запретом оказалась продажа кошек и собак в зоомагазинах. Также вне закона объявлены выступления диких животных в цирках и работа дельфинариев. Ну вот смотрите, да, хороший пример. Вот что нам мешает организовать то же самое? Да. То есть, Оскар. Нам мешает, вот честно скажу, мое мнение нам, например... Ваше мнение действительно мешает. Вот знаете, дело в том, что в Уральске есть 4 года уже. Они неоднократно были пойманы на лжи. Помните, был страшный, беспрецедентный случай, когда обвинили руководство этого питомника в изнасиловании собак. Какие-то фотографии ходили, вывернутые наизнанку органов. Шум был, подняли, опозорили Казахстан на весь мир. Это мешает. Но это потом не подтвердилось. То есть этим людям давно нет веры у нормальных людей, понимаете? Мне просто, знаете, мне просто обидно, почему оппоненты никогда не готовятся ко встрече. Почему мы должны в уме держать какие-то статистические данные и факты, а здесь говорят просто бла-бла-бла. Хотя укусов очень много в последнее время. Нет, почему не можем сделать так же, как за рубежом? Почему нет гуманного отношения? Даже тот же формат защиты, они не могут себе признать, что они неправы по многим вопросам. Вы опять тему уводите, вы ответите на вопрос. Я не увожу тему, я конкретно говорю, потому что защитники. Государство-то что мешает так сделать? Защитники? Я можно отвечу? Все-таки, мне кажется, я более подготовленная на эту тему. Вы спросили, что мешает. Нам ничего не мешает так же сделать. Они просто что, зарабатывают деньги, понимаете? Есть опыт Уральска, города Уральска, где именно на уровне акимата поменяли правила и именно ввели вот этот ОСВВ. То есть они отпускали вот этих собак. Аграрный институт на основе своего факультета делал стерилизацию. Отловом занималась ветстанция местная. А зоозащитники непосредственно уже следили и кормили, подкармливали животных. Хорошо, смотрите, если, например, у нас рассмотрят такой же вариант, что вот будет ОСВВ, да? То есть отлов, да, стерилизация, вакцинация, выпуск. К примеру, государство будет, возьмет на себя такие обязательства. Да. То есть оно будет это делать. А питомники за счет чего будут содержаться? За счет кого будут содержаться? Дело в том, что... То есть это же опять, получается, да, сядут на госбюджет. Нужны будут тоже деньги, ежегодно выделяться. Да, и смотрите, питомник — это разведение. Давайте говорить приют. Что здесь деньги будут каждый год сокращаться. Да, а со стрелом они каждый год растут. Нет, можно я за 30 лет они выросли до немыслимых? Значит, эти средства нужно рассматривать как инвестиции в разрезе 5-летнего плана. Поначалу, да, вы инвестируете во что-то, в строительство таких питомников, там, как вы называете, на самом деле это называется либо ПВС, пункты временного содержания, либо приюты.
Значит, почему Астана называет, почему называет Астана питомник? Потому что это было до закона, тогда не было вообще законного термина приюта для животных. И поэтому СНИПы взяли с питомника. Поэтому по документам он до сих пор идет как питомник. Но вообще это, по идее, приют для животных. А, значит, дальше они стерилизуют, вкладывают эти деньги, вакцинируют от бешенства, действительно вкладывают деньги. Но эти средства потом сокращаются. Как и сокращается между годами, первые годы, в начале прирост животных, то есть не появляется новых потенциальных, которые могли бы родиться. И потом к пятилетнему уже завершению плану, значит, будет уменьшаться количество непосредственно вот этих бездомных животных. Но, значит, все должно быть на каждом этапе выполнено правильно и точно. Если это где-то будет некачественно выполнено, построили вот этот питомник, то приют, на него 700 миллионов тенге грустно. Условием должно и вот быть ради пятилетнего цикла 80% охвата деньги, это всех животных. Вот, например, с гаража вы забрали там 5 животных, вы должны забрать и таким же составом практически выпустить туда же стерилизованных, потому что они будут защищать от других. Если от вы кого? Продержите где-то в другом месте, и это будет территория пустовать, на эту территорию придут новые. Хорошо, смотрите, но мы проблему-то не решаем. То есть... Решаем. По истечении 5 лет это они есть... все равно будут сбиваться, например, в стаи, точно так же нападать. Да, это стайные животные. Я очень сожалею, что на этой передаче не присутствует Перфирьева, та же биолог, например, да, которая может вам просто разложить, как это решается вопрос. Плюс стерилизация названа эффективной мерой именно как рекомендация для стран, вступивших в ВТО, Всемирной организации здоровья животных. Потому что она действительно эффективная мера по регулированию численности. Тамерлан, если будут проводить вот ОСВВ? Ну, наши, во-первых, граждане не все готовы к тому, чтобы бродили бродячие животные у нас в городе. Потому что массово тысячи... Ну и не все хотят, чтобы их всех умерщили. Да, все верно. Все переживают за своих детей, за свое потомство. Так как собака, это, во-первых, собака. Она, гарантировать. Да, гарантировать того, что она не нападет. Никто стопроцентный вердикт не даст. Зоозащита в данном случае не спорит о том, что бывают нападения, бывают укусы. Мы просто говорим, мы раскладываем статистику на то, что очень-очень много... А именно проблема в нападениях, понимаете? Да почему мы говорим, что они нападают, а зоозащита говорит, что это бывает. Нет. Понимаете? Вот тут ложь и строится на этой лжи, они себя и вытаскивают. На какой лжи? Слушайте, у нас машины сбивают ежедневно намного больше детей, чем кусают собаки. Я хотела сказать, что по статистике больше. Вам собаки дороже, чем люди, получается. Большее количество укусов идет домашних животных, понимаете? По статистике. То есть, когда мы раскладываем... Собаки дороже, чем мы люди, раскладываем, вот значит, статистику. Вы зачем пытаетесь меня унизить в прямом вы сказали, эфире? Домашние, вы идите себя полемизируем. Я вас прошу. Да? Давайте ссориться не будем. Домашние просто животные, ваша ложь надоела. Они... Она влияет ваша ложь, мы с вами все, знакомы да. полчаса. Я прекрасно давно изучаю зоозащитников. Так, давайте без оскорблений, да, пожалуйста. Давайте так. Вот с такими домашние животные, они защищают территорию, защищают свои какие-то там вещи и так далее. Нападают же, не домашние. Вы извините, пожалуйста. Как-то по одному можно? Да надоела ложь. Просто наша вот у каждого давайте у каждого да. здесь своя правда да, и, да. и каждый отстаивает свою точку зрения да. то есть и каждый имеет на это право да иначе но это вот шоу в любом случае. Лилия говорила, вы, Мария, как-то вот только в полемику вступаете, то есть... Я еще раз говорю, все эти поправки закону не дали начать работать в полную силу. Не дали, его начали саботировать, это доказано также цифрами, статистикой. У нас Павлодарская область за 2021 год уничтожила 14,5 тысяч животных, а после вступления закона в силу 108 отловила. Ощутите разницу? Закон перестали, не стали исполнять, его начали саботировать. Ведь все эти 2 года делалось все для того, чтобы полные города были животных, чтобы доказать, что якобы закон не рабочий. Почему? Потому что закон подразумевает прозрачность, отчеты. То есть живое, мы отловили животных, мы должны отчитаться, сколько их, да, и так далее. Это не труп, который ты скинешь в яму Бейкера, никто не проверит, а был ли он в действительности. Потому что мы пишем 14 тысяч, по факту закупаем, умерщвляем 5 тысяч, а никто не проверит, было ли еще 10 тысяч. Так вот, сейчас делается все для того, чтобы вернуть вот эту возможность, делать приписки и выделять все больше денег из бюджета. Я бы поняла, согласилась, что это эффективно, но я еще раз говорю, 30 лет их стреляли, и 30 лет росло количество животных и суммы на их уничтожение. И когда закон вдруг приняли, а еще и зоозащитники тут влезли, представьте, сколько людей, сколько денег теряют люди. Тут вопрос не в животных. В нашей стране животные – это источник прибыли для ветслужб.
Это источник денег. Пока они таковыми будут оставаться, никто не захочет, чтобы их стало меньше. Чем больше женщин, тем больше вы собираете денег на еду. Мы хотим, чтобы на улицах не было животных. Зачем вы собираете деньги на компьютеры? Не было животных на улице. Объясните конкретно. Какой компьютер? Вы о чем вообще? Я у вас на страницах видел. Нам нужно купить ноутбук, еще что-то. Зачем? Нам не надо купить. Мы попросили у людей старые, нам привезли и подарили. Зачем? Зачем? Как зачем? Вы в курсе, как организация работает? Давайте. Вы на личности уже не первый раз перешли. Дамы и господа, я предлагаю посмотреть наше голосование, результаты голосования, что ответили наши респонденты, граждане. Вот поддерживаете ли вы эвтаназию животных, то есть то, что предложили депутаты? То есть да, полностью согласен 13%, да, но необходим контроль 6%, нет, это негуманно 33%, и нет, нужны приюты 49%. Но получается в подавляющем количестве, это 70-82%, сказали, что нет. То есть, ну, хорошо, это, давайте это так. Определенный смысл, это не весь Казахстан. Значит, негуманно, хорошо. Да? Является ли нападение собаки на человека актом гуманизма? Конечно, я, нет. Я поэтому мы не можем рассуждать здесь о гуманности. Я отвечу на есть этот опасность вопрос. Для общества диких собак. Дело в том, что у нас в законе даже прописано, если это нападение, то это не считается собакам жестоким обращением хорошо, животных. Хорошо, Оскар, вот вам сказали. 30 лет мы их стреляем, да? Стреляем, получается. Ничего не изменилось. Собаки растут. За последние 2 года вот тоже. Это аргумент же. Контраргумент. То есть за последние 2 года вступил в силу закон. Нельзя убивать. Сделали все, чтобы у нас эти толпы появились. Да, их стало еще больше. Потому что их перестали просто с улиц убирать. Потому что специально не хотят с ними связываться. Я прямо говорю, да, давление зоозащиты, оно настолько лживо, оно влияет на принятие закона. Нет, хорошо, что да. до пока этого что было? Лживо до этого, хорошо, до 22 года. До этого собаки меньше нападали на людей, чем ну, сейчас. Как это нет, это не меньше, у меня статистика есть. Ну, покажите. В 2018 году ссылаясь, вернее, не в 2018, а он сказал, по-моему, в 2022 перед принятием закона, но со ссылкой на 2018 год. Я не знаю, сколько это правда, но я сегодня готовился к передаче и тоже почитал. Сказал, что 160 человек ежедневно подвергаются нападению диких животных. То есть вот. Диких животных? Бездомных. Молодец, уважаю. Смотрите, в 2021 году количество укусов без Шымкента, все по всей стране, кроме Шымкента, который всеми правдами и неправдами не ответил на запрос, 44 тысячи укусов было зарегистрировано в 2021 году. 4 тысячи из них отрубленных Шымкент. Но дело в том, что именно по Туркестанской области было доказано. По одному говорите, пожалуйста, времени уже мало осталось. 44 тысячи, значит, плюс 4 тысячи, 48 тысяч укусов 21 год и 36 тысяч укусов 23 год. На человека продолжают нападать, понимаете? Факт в том, что дикие животные нападают на людей, нападают на детей. Есть смертельные случаи. Где? Это факт. Когда? Есть. Ну, скажите, да нет, это... дело в том, что очень много... Последний был в октябре, где 12-летнего мальчика загрызло. Вы там знаете, очень много вообще лживой статистики, очень много лживой... Вот это собак. Мы хотим, чтобы их не было на улицах, так же, как и вы. Но мы хотим, чтобы на них не деньги делали. Вы извините, решили пожалуйста, вопрос, закрыли вы его что вот представляете? Аналитику, ну, на этом, наверное, все.